Соревнований такого уровня еще не было в истории боевых искусств Урала. Всероссийский фестиваль айкидо впервые проходит в Екатеринбурге. В одном месте все, кто увлечен этим видом боевых искусств, и те, кто айкидо занимается профессионально. Более 100 участников из разных уголков страны. Несколько дней соревнований за кубки, медали и звание лучшего. Айкидо – один из особо популярных боевых видов искусств на Урале. Именно поэтому такое событие проходит в Екатеринбурге. В Екатеринбурге должен был состояться обычный наш ежегодный учебно-тренировочный семинар. То, что его в этом году возглавил Стивен Сигал, конечно, наша большая удача. Голливудский актер, обладатель 7-го дана по айкидо, главный инструктор Федерации айкидо России. Стивен Сигал впервые в Екатеринбурге и, как признался, давно хотел посетить Урал. Он оценил мастерство спортсменов и рассказал, что боевые виды искусства нужно развивать и дальше. Самое главное, и наш президент Путин идет в этом направлении, сделать спорт максимально доступным для огромного количества детей, чтобы максимально качественные инструкторы преподавали этот спорт. И в Екатеринбурге очень хорошо развивается спорт. Голливудский актер уже прорабатывает вопрос открытия своей спортивной школы. Первое учреждение вскоре появится в Москве, а дальше филиалы будут открыты и в российских регионах.